Программа «Де-факто» продолжает эфир телеканала «Беларусь-4». О событиях в мире криминала расскажут наши корреспонденты и я, Руслан Габрилев. Здравствуйте. Вот главные темы выпуска. Жара снова набирает обороты. В ГАИ предупреждают водителей о необходимости проявлять осторожность на дорогах. Как делать так, чтобы отдых на пляже не стал последним? Правила безопасности и статистика утоплений за неделю. Фонтан высотой с 9-этажное здание. В Гомеле ликвидировали порыв теплотрассы. А также сетки-убийцы. В регионе снова были зафиксированы случаи выпадения детей из окон. Жара продолжает влиять на создание аварийных ситуаций на дорогах Гомельской области. Накануне в Светлогорске столкнулись легковой автомобиль «Honda» и мотоцикл «Racer», после чего байкер был доставлен в реанимацию. А в Гомеле фиксировали случаи опрокидывания иномарок и наездов на детей. Так, в районе пересечения улицы Ефремова Героев-Подпольщиков грузовик с поливочной цистерной марки «ЗИЛ» с задним колесом совершил наезд на 8-летнюю девочку. Несовершеннолетняя находилась на тротуаре в районе пешеходного перехода. Водитель, осуществив поливочные работы, съезжал с тротуарной дорожки в сторону проезжей части и, по всей видимости, не заметил юного пешехода, либо не учел возможность его приближения к машине. Девочка получила травму стопы. Девочка была госпитализирована в Гомельскую областную клиническую больницу. После оказания помощи была помещена в отделение травматологии. А в Жлобинском районе пренебрежение правилами безопасности перевозки детей привело к госпитализации полуторагодовалого мальчика. Водитель в легковом автомобиле, в котором ехала мать, держащая на руках ребенка, съехал в кювет и совершил наезд на дерево. В результате столкновения мальчик получил травмы и был госпитализирован. Согласно безопасности дорожного движения, детей до 5 лет необходимо в обязательном порядке перевозить в детских сиденьях, удерживающих сиденьях, а после 5 лет в бустерах и пристегивать ремнями безопасности. За нарушение данных требований водители привлекаются к административной ответственности до одной базовой величины. Милиция продолжает следить за ходом уборочной кампании. Правоохранители проводят проверки на предприятиях агропромышленного комплекса и уже раскрыли несколько краж, а также воспрепятствовали бесхозяйственному отношению к процессу уборки урожая. За последнюю неделю сотрудниками милиции Гомельской области было проведено более 100 рейдовых мероприятий. В 9 сельхозпредприятиях были выявлены факты ненадлежащей сохранности имущества и организации работы сторожевой охраны. Пресечено 65 фактов совершения мелкого хищения. Так, в деревне Смычок Будокошелевского района сотрудниками милиции был задержан охранник одного из фермерских предприятий. Мужчина на своем личном транспорте перевозил 600 килограмм муки. Как он пояснил, это все было предназначено для его личных целей. А еще были кражи дизельного топлива и воровство сена. В материалах правоохранителей в качестве подозреваемых фигурировали сторожи и лесничие. К слову, не обошлось и без фактов бесхозяйственного отношения со стороны руководства к обеспечению сохранности нового урожая зерна. Как пример, работа рейдовых групп в Лоевском районе. В деревне Уборок сотрудники милиции обнаружили неукрытое зерно в количестве 300 тонн. Руководство предприятия пояснило, что они не могут загрузить его в зерносушильный комплекс, так как он занят другим зерном. Когда же задали вопрос, почему зерно не вывезено ранее и нету места для нового урожая, руководство опять же пояснило так, что они еще не выстроили схему поставки нового зерна на перерабатывающие предприятия. Правда, в течение нескольких часов после прибытия рейдовой группы этот вопрос был полностью решен. В целом ситуация не вызывает особых опасений, и контроль со стороны милиции лишь подстегнул работников сферы сельского хозяйства к неукоснительному соблюдению требований закона. Госавтоинспекция проверяет водителей и следит за их физическим состоянием, наличием документов и путевых листов. А специальные рейдовые группы милиции проверяют механизаторов и работников на местах. Так, например, 49-летний сторож сельхозпредприятия «Светлый путь» разукомплектовал и похитил приспособление агрегата, предназначенного для уборки подсолнечника. А сторожа еще 5 предприятий находились на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. На данный момент милиция уже составила на нарушителей несколько десятков административных протоколов. Возбуждено 2 уголовных дела. К другим темам. За минувшие выходные на Гомельщине утонули 4 человека, в том числе 8-летний ребенок. В большинстве случаев причиной трагедии стало пренебрежение правилами безопасности на воде.
В субботу, 5 августа, в агрогородке Кирова Жлобинского района утонул 8-летний мальчик. Он вместе с другими детьми купался в мелиоративном канале без присмотра взрослых. В этот же день в Ветковском районе, вблизи деревни Шерстин, в пойме Сажа 38-летняя женщина доплыла до середины водоема и исчезла из поля зрения. Ее тело достали из воды после 2 часов поиска. Трагедией обернулся заплыв и для 54-летнего жителя Светлогорского района, который купался в заливе Березины. В Будокошелевском районе утонул молодая женщина. Ее малолетних детей спасли отдыхающие на пляже. Родители и 3 малолетних детей. В какое-то время мама с 3-летним мальчиком оступилась на глубокое место и оказалась в воде. В воде оказалась и 4-летняя девочка. Все вместе стали тонуть. На помощь им прибежали 2 отдыхающих мужчин, которые успели извлечь из воды детей. Маму извлекли позднее, 94-го года рождения, но это уже было поздно, и мама погибла. Мальчик находится в больнице в тяжелом состоянии. Правоохранители предупреждают, что по статистике наиболее распространенные причины утоплений – это купание в состоянии алкогольного опьянения и ныряние с разбега в местах, где не проведено обследование водной акватории пляжа. Утопление – это, конечно, наиболее частая причина несчастных случаев в летний период времени. И имеется несколько механизмов утопления. Тонут одинаковой частотой люди, как хорошо плавающие, так и не умеющие плавать. На что следует обратить внимание, что истинный вид утопления встречается наиболее часто у хорошо плавающих людей, когда силы у него оканчиваются, а также при длительном погружении воды, частом нырянии, происходит непроизвольное вдыхание воды, некоординируемое, и человек заглатывает воду. Аспирирует ее в дыхательные пути. Также наиболее частый вид утопления – это асфиктический тип утопления. Он наиболее часто встречается у лиц, у которых угнетена центральная нервная система, в частности, при алкогольном опьянении. В этом случае происходит спазм верхних дыхательных путей, и в результате у человека либо первично прекращается дыхание, либо невозможность дыхания из-за спазма. В Гомеле из-за порыва трубы фонтан воды поднялся на высоту 9-этажного здания. Порыв произошел при проведении гидравлических испытаний теплосетей на улице Мазурова в районе дома номер 69. Специалисты гомельских тепловых сетей ликвидировали аварию в течение 4 минут. К счастью, никто не пострадал. Правоохранители прикрыли в Жлобине очередной интернет-магазин по продаже психотропных веществ и марихуаны. В райцентре они задержали с поличным 2 мужчин, возраст которых не превышает 30 лет. Примечательно, что предприимчивые жлобинчане занимались не только раскруткой виртуальной торговой точки и реализацией дурмана, но и производством наркотика. Задержаны мужчины были в ходе реализации 14 полимерных свертков, в которых находилась марихуана. Правоохранители решили провести обыск в домах подозреваемых и обнаружили мини-лабораторию по выращиванию конопли. Она находилась в подвальном помещении дачи одного из задержанных. К производству марихуаны мужчина подошел творчески, обеспечил растениям свет, вентиляцию и полив. Как рассказали правоохранители, это первый наркотический урожай задержанных и, по всей видимости, последний. Начали они этим заниматься 3 месяца назад, но раскрутить свой бизнес не успели. Сотрудники милиции спустились в подвальное помещение, где были обнаружены горшки, в которых произрастала марихуана, а также необходимое оборудование для выращивания такого запрещенного урожая. В отношении 2 жителей города Жлобина возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет лишения свободы. Несмотря на жаркую погоду, ситуация с пожарами в экосистеме Гомельской области остается под контролем. Горят в основном только частные подворья или другие объекты, в которых имело место нарушение правил пожарной безопасности. Так, в Светлогорском районе, неподалеку от деревни Песчаная Рудня, произошло возгорание штабелей леса. Воспламенившаяся древесина привела к пожару с большой площадью охвата. Из-за сухой и ветреной погоды пламя перекинулось на место, где складировались лесозаготовки, поэтому возникла угроза распространения огня на близлежащий лес. На месте пожара работала спецтехника МЧС и лесничество. Возможной причиной возгорания рассматривается неосторожное обращение с огнем при сжигании порубочных остатков древесины. В ликвидации пожара были задействованы 61 человек и 18 единиц техники. В результате пожара повреждено 400 кубических метров леса.
Не утихали на этой неделе и пожары в домовладениях граждан. К счастью, обошлось без жертв. Сегодня спасателей волнует не только проблема неосторожного обращения с огнем, но и небезопасные детские игры. В Беларуси за последние 3 недели было зарегистрировано 3 случая выпадения детей из окон жилых домов. Первые 2 происшествия случились в июле 2017 года. В городе Высокое Каменецкого района выпала из окна 5-го этажа 2-летняя девочка. А неделю спустя в Пинске из окна 2-го этажа выпал 2-летний мальчик. В обоих случаях на окнах были установлены москитные сетки. Так, например, некоторые родители разрешают играть на подоконниках детям и считают, что тот окружающий мир, который ребенок видит за окном, он очень интересен, и это как-то занимает это время игры. Но это категорически делать нельзя. Каждый ребенок должен понимать, что подоконник – это не место для игр и развлечений. Нельзя надеяться на москитную сетку. Она создает для ребенка мнимую иллюзию закрытого окна. Ребенок подсознательно воспринимает москитную сетку как защитный барьер. Он опирается на нее, и в результате происходят непоправимые несчастья. Случай травмирования несовершеннолетнего не так давно произошел и в Мозыре. Из окна 5-го этажа выпал 7-летний мальчик. Расстояние до газона ребенок пролетел вместе с москитной сеткой. В тяжелом состоянии школьник был доставлен в реанимационное отделение районной больницы. Следователи проводят проверку и выясняют обстоятельства происшествия. В большинстве случаев выпадение из окон происходит тогда, когда родители оставляют детей без присмотра. Поэтому еще раз хочется обратиться ко всем родителям. Не стоит себя успокаивать, что с вами точно такого не случится никогда. Только соблюдение элементарных мер безопасности и ваша бдительность помогут сохранить жизнь и здоровье ваших детей. Это была программа «Де-факто». Берегите себя и своих близких. До свидания.